Добрый день, добро пожаловать на мой канал. Захотелось мне тут приготовить чебуреков. Получилось у меня целых 18 штук. Для теста я взяла 600 грамм муки. Чайную ложечку соли. 2 яйца. И 300 миллилитров воды. Тесто я замешивала в хлебопечке, но вы, конечно, можете это сделать и руками. Когда тесто вымесилось, я его накрыла и оставила полежать пару часов, чтобы разошлась клейковина, и тесто стало более пластичное. Для начинки я взяла 2 упаковки готового говяжьего фарша. Вы можете сделать свой домашний, будет еще лучше. Одну луковицу я натерла на средней терке и добавила в фарш. Мелко нарезала пучок петрушки и добавила туда же. Посолила, положила черный перчик для аромата и красный для остроты. Налила где-то половинку стакана воды для сочности фарша, чтобы отделялся бульон, и замесила фарш. Лучше это сделать руками. Ложечкой я это делаю для красоты. Тесто я разделала на средние шарики, не очень большие. Тоненько их раскатала в такие тоненькие совсем лепешечки. Тесто у меня получилось пластичное, раскатывалось легко. Фарш я положила по объему столько же, сколько было теста. Сложила тесто напополам и краешки как следует защипала. Защипывать надо тщательно, чтобы сок не вытек. Еще как следует прижала, придала форму чебурека. Слегка прокатала скалочкой, чтобы чебурек стал плоским. Наколола вилочкой для выхода пара при жарке. Жарила в разогретом масле сначала дырочками вниз. Стороны. Выкладывала на тарелочку, застеленную бумажными салфетками, чтобы впиталась лишняя масса. Все готово. Приятного аппетита. Буду рада, если вам понравилось видео. До свидания.